Гомер 20 века. О жизни и творчестве Сулеймана Стальского говорили в Национальной библиотеке республики. Деятели культуры отметили вклад поэта в развитие дагестанской поэзии. Председатель Союза писателей республики Марина Ахмедова подчеркнула, Сулейман Стальский стал символом своего времени благодаря своему проницательному уму, глубокому знанию народной жизни и острому сатирическому взгляду на актуальные проблемы. В фойе библиотеки развернулась выставка со сборниками стихов, печатными материалами и фотографиями поэта.